На этот вопрос я отвечу очень просто. Поступайте по совести. Все. Потому что здесь я не знаю других ответов. И потому что это такая индивидуальная, в каждом случае очень индивидуальная ситуация. И когда такой вопрос задают, мне сложно что-то рекомендовать. Когда я не знаю семью, не знаю обстоятельств вообще. Нету каких-то клише, чтобы вот так вот можно было ответить и все. Поступайте по совести, вы знаете свою семью, знаете своих детей, всю жизненную ситуацию, поэтому... Но единственное, что я бы не рекомендовала бы врать детям, что это их отец. Потому что рано или поздно правда вскроется, нет ничего тайного. И рано или поздно правда вся вскроется, и чтобы это потом не было, ну, мучительно больно.